Итак, очень важно, чтобы вы, когда били малашу, чтобы у вас сигналы вверху вот тело не давало. Вот вы бьете, а здесь все не меняется. Поэтому вот, давай сейчас покажу. Аккуратно положили, поднимаете за счет мышц живота. Опа, и положили. И другую ножку раз, почувствовать, завели. Видите, а здесь для контроля все ничего не меняется. И не надо очень вот так опираться. Попробуй. Клади руки, на легенькие плечи опусти, раз, положи. Попробуй дальше завести колено, давай еще, вот мышцы прошибай. Здесь, ага, прямо еще, вот, доводи до сюда прямо. Ясно задание? И голень прижата. Поехали, продолжи. И старайся, чтобы прямо здесь оставалось. По возможности колено дальше туда заходит. Да. Угу. Сейчас продолжаю, пока у них посмотрю. А сейчас пока делаю так, вот когда нет партнера, так хорошо. А здесь как стойки контроль. Расслабленное, без напряжения, чтобы не было вот этих лишних движений. Медленно, медленно, медленно делаем. Медленно. Таз под собой. Дальше заводи. Чуть медленно. А пятка прижата, пятка прижата к бедру. Пятка прижата. Тело не меняется. А ты видишь, как отклонился? Отклонился. Тело прямо. Поменялись. Значит, смысл в чем? Что мы сейчас отрабатываем со средней дистанции. Издалека и дурак может туда навесить, а вот здесь, когда на уровне вы шито бьете, вот здесь вот достаточно сложно понять. Вот партнер боевой стойки. Вам нужно вынести колено вот на уровень сбоку, видите, вот отсюда. Можно даже для начала прижимать. И вот тот момент, когда вы максимальной точки достигли, в этот момент сделать разворот. Вот так. Пока колено. Можно правое-левое попробовать. И вот здесь разворот. Условно говоря, как будто в плечо хочу ударить. Так. Вот с этой дистанции можно пощупать. Боковые мы. И сюда вынесли. Пробуем. Давай чуть пониже стану. И разворот. Я назад завалился, видишь? Стараться ровненько, не падать. Пробуем, пробуем, не болтаем. Давайте так, два раза один, два раза другой. Правый, левый. Держим стойку, стойку. Раз. И вот этот разворот прямо, боевая стойка. Посмотрите, четко вот этот разворот. Не падать, баланс. Смотри еще раз. И остановиться. Давай. Вверх направление. Угу. Стойка. Я. Угу. Только назад не падать. Видишь, немножко назад завалилась. Так. Нет, нет, голень не прижата у тебя. Голень не прижата. И баланс. И... Еще посмотрите, постарайтесь, чтобы тело сильно не мотыляло. Смотрите еще раз. Вот у меня передняя ножка. Видите, у меня тело не изменилось. Нет вот такого. Другая нога. Видите, у меня тело осталось вот прямо. То есть ему не видно. Работал вот отсюда нога. Не видно по телу. Еще раз поделай. Тело. Ага. Угу. Угу. И добавляем, смотрите сюда, обозначение ударов от средней дистанции. Ши, та, ты, цуки. И сюда вынесли. Пам-пам-пам, тело не меняется, и отсюда колено. Угу. В
Вот. А второй партнер, чтобы навыки защиты были, посмотрите, очень легко касаниями не отбиваем, а я просто пробую защищаться до касания. Смотрите здесь. Вот здесь обозначил. Ага. Не мешая, назад завалился. Ну, чтоб держимся. Угу. Угу. Еще что можно добавлять? Посмотрите, кагацуки добавляем. Вот если у него дырочки есть, закрывай дырочки здесь, ага. Это очень большой разворот. Короче, вот такие, когда такие, да. И я бы вот здесь перехватывал, ну, вот здесь, о, вот здесь напряжение, да. И вот когда здесь зажато, тогда смотрим вот отсюда. Смотрите, кагацуки. Кагацуки, вот отсюда, за локоть. Здесь зажато, вот отсюда кагацуки. Зажато, вот отсюда. И вот мы раз, два, три, четыре. И сюда вынесли, раз. Посмотрели, где дырочки, и вынесли. Поехали. Здесь зажал, сбоку вынес, назад завалился. Ага, хорошо. Стоп, стоп, так не пойдет, Дунь. Опять, ты вот, вот это пошла, пошла. Посмотри, здесь, здесь одна рука все время здесь должна быть. Вынесла, здесь. Не делай вот это, пожалуйста, давай. Ну, почти то же самое сделала. Голень прижата. Хорошо, идем дальше. Теперь смотрите, без ударов руками мне нужно уже ладошку будет держать. Аккуратно с этой дистанции, хотя можно и ручками. Нет, давай левой начну. Левая вообще здорово, она впереди, она очень быстрая. И наша задача еще будет развернуть скорость. Где-то вот здесь, да? Вот здесь работал. И мне нужно, вот это я уже делал. Вот это делал, и нужно будет выйти с этой дистанции, вот здесь где-то примерно, да. Раз, два, три. Выйти на ладошку. Другую ладошку поставь. Раз, два, четыре. Попробовал сначала здесь. Раз, два, три. Вот этот старт попробовал. И выйти сюда. В зависимости, какая ударная часть, голень либо стопа. Чуть, если ближе, то голень может быть. Попробуем. Сейчас передний. Вот. Раз, раз, раз. Нет, еще доверни. Угу, другой. Угу. Еще раз. Только назад старайся не падать. Ага. Понятно. Здесь иногда, чтобы дать дистанцию, можно немножко отвалиться. Посмотрите, о чем речь. Вот здесь вот мне не хватает немножко, сейчас левая будет. Я иногда могу немножко вот так чуть отвалиться, но тут же надо баланс поймать. С правой стороны тоже, тоже. Вот у меня отсюда. И сюда вышло. Так, стоп, у тебя удары руками. Вот это опять было. Я, давай медленно, вот смотри, как я медленно бы работал, чтобы качество у нас было. Здесь рука, это очень длинное движение. Не уходи, не уходи, мы на этой дистанции, аж до касания. Здесь рука, видишь, здесь рука. Видишь, где у меня вторая рука? Я здесь поработал и уж потом уже набросил отсюда, с другой ноги. Не уходи, пожалуйста, стоим на месте, мы на средней дистанции. Видишь, где-то одна рука постоянно. Мы здесь попробуем. Ты. Одна рука. Одна рука опять. Тебе надо медленно просто вот это выработать навык. А ты вот это все время постоянно мне пытаешься. Давай, медленно. Раз. Вторая рука там, да. Здесь. Здесь. Ну, и ножка. И другой ногой. Рука, руки. Руки здесь защищают. Здесь. Здесь рука, здесь, здесь. Милена, заходи. Поехали. Угу. Угу, я. Угу. Пока мы ваши. Угу. И немножко нужно довернуть, чтобы за линию пересекло вот здесь. О, вот так вот, да. Вот, отлично. Ага.